И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Семка, Фокси, Серега, Квест. Привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита! И мы начинаем выживать. Так, давай, за тобой бегу, бежим на башню. Быстрее, быстрее, быстрее. Я слышу, как он сзади уже знал, Серега. Мы умрем, мы все умрем. Нет, мы выживем. Мы выживем? Ты давай, жопа. Давай, давай за мной, Серега, я покажу дорогу. Так. Отлично. Ребята, приближаемся. Серега, ты успеваешь? Да. Молодец. Ну, уже у башни. Практически, но еще не у башни. Блин, запутанная карта очень, да? Фух, блин, тут уже один человек-пиздрик с нами. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное, как сейчас вы наблюдаете на своем экране. Так, где этот челепиздрик ходит? Где-то по лабиринту. Так, хорошо, что с каждого прыжка у нас будет отниматься всего 10 хп. Поэтому можем спрыгнуть с собой, Серега, 9 раз. Так, кто-то упал уже. Серега, ты его видишь в лабиринте? Я не вижу. Вижу. Вижу, вижу, Серега. Где? Бежит, 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 бежит. Вон. Да, приближается к нам. Так, какой у нас будет тактика отхода? Прыгаем вниз и бежим снова на башню. Так, я не понял. Так, он заходит. Он заходит, ребята, ребята, будьте внимательны. Так, я уже прыгаю вниз. Я внизу, пацаны. Дима, он за тобой побежал. Я вижу, я вижу. Блин, пацаны, прощайте, я сейчас умру. Ай. Дима, беги лучше. Он пробежал мимо. Он пробежал мимо. Классно, классно, классно. Давай на башню быстро. Он за тобой бежит. Дима. Вижу, вижу, вижу. Так, поднимается. А я сижу, и мне вообще по барабану. Я сейчас только поднимаюсь, сразу прыгаю вниз опять. Давай. Все, я прыгнул опять вниз, пусть ловит. Я внизу, пацаны. Вот, блин, не в этот раз не ведется. Блин, я слышал, как он спрыгнул вниз. Поэтому, ребята, внизу. Очень страшно, когда вы знаете, что бегает злостный аниматроник, который хочет меня убить. Он нас всех хочет убить. Но у него не получится, да, Сережка? Да. Потому что кто мы с тобой? Мы? Банда. Фокси! И сейчас, Серега, у нас уже получается сколько? Два аниматроника. Так что, ребята, стало теперь в два раза тяжелее. Надеюсь, я буду, Серега, последний проигравший. О, бежит. Я к тебе смерти. Яких смерти? Так, такие смерти. Серега Юна, молодец. Так что, получается, я шел. Все? Пожилой аниматроник. Я уже бегу к тебе. Серега, ты думаешь, ты выживешь? Давайте возьмем быстрого аниматроника. Не он? Это не он? Это он. Бежим со всей силы, Сережечка. Ты же понимаешь, что если я стал аниматроником, у тебя шанса выжить... крайне мало. 100%. Проиграть. 100% выиграть. Нет, я тебе не разрешаю, ты должен проиграть быстро. Серега, то ты там наверху? Да. О, вижу, 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 прыгнул. Так. О, привет, Димка. А я не могу прыгать? Да, не можешь. Калашматки. Так будет лучше, ребята, мне кажется, я его так быстрее убью. У меня сейчас... не будет видеть, где я подхожу. А я уже подхожу, Серега. Готовься, твои последние слова. Нет. Так какой нет, говори слова да, потому что два... да, тебе под... с тобой, Дима. Так, ребята. Я его не слышу, где он? Кто он? Да, Серега. Я на башню лезу. А ты врешь, ты убегаешь, ты так всегда говоришь, когда убегаешь. О, у нас тут стоит еще один. Так, нас тут двое. Где ты видишь игрока? Вижу, вижу, вижу. Вон Дэшка бегает. Уж это бежит. Нас не найдут.
Так, ребята, внимательно. Вижу Веста. Вест, тебе пора умирать. Он уже убежал от тебя, Димас. Да блин, да скажи ему. Да ну ё-моё, тяжело убить пацана, очень сложно. Я запомнил, где он, а он еще дальше пошел к углу карты. Ну потому что он засал, он же боится настоящего аниматроника. А я знаю, что все боятся. Убивая с одного удара. Вонючих аниматроников. Чё я вонючий? Я чистый, пахучий аниматроник. Новый. Давай за километр запах смердит. А я тебя не вижу, Серега. Ты решил подколоть меня? А я спрятался в лабиринте. А, в самом лабиринте? Да. Это аниматроник. Вон Дима. Это Дима вон, на вышке. Так, подожди, подожди. Сейчас, подожди. Я найду его. Вы что думаете, он самый умный? Убили! Серега, тебя убили! Ура! Это не ты. Ну не я убил, но все равно классно, что тебя убили. Ну что, Серега, теперь ты один из нас? Да. А я уже, короче, взял аниматроника, невидимку. Хотел тебя невидимым подлететь и убить. Ну так нечестно уже. Не, ну я знаю, но я хотел. Ну, нельзя, так бы и не засчиталось. Не, ну я знаю, но я бы это сделал. Ну я бы тогда это взял бы админский пистолет и летал бы и мочил всех налево и направо. Так нельзя. А я все равно бы взял. Так, кого мы не убили? Кого-то не убили. Квеста. Квест. Сёму. А, нет. Так, собираемся все на башне, я вас жду. Сбор аниматроников. Перекличка. Я уже туда бегу. Так, я никого не наблюдаю. Я, знаете, прям приглядываюсь в каждую точку лабиринта, но я никого не вижу. А, вижу, сейчас. А, ты тоже аниматроник. Так, я вижу аниматроников, настоящих игроков не вижу. Может, их уже мы всех поймали, пацаны? Нет, двое еще. Это двое? Да. Саба, кто-то пробежал только что. А, нет, это аниматроник. Так, Серега, мы никого не найдем в этой серии, все, да? Не, сейчас найдем. Ну, как ты думаешь, может у него что там вот в углу где-то под стенкой? Да не, навряд ли. Кто, кстати, в подземном прячется, тот. Мы не найдем вас, да. Тот карапуз. Серега, ну что ты решил? Ну вот я сейчас по стенке, видишь, хожу, ищу их. О, можно сюда? Серега, смотри, где можно ходить. Где? По стенке. Прям по стене можно идти и чекать их. Так, ребята, сейчас мы по-любому кого-то найдем. Это, наверное, самый один из лучших методов поиска челепиздриков. А, подожди. Подожди. Блин, я пока думал, что там кто-то сидит. Там никого нету. Хорошо. Серега? Да. Ты я ищешь? Я на стенке бегаю еще, смотрю. Как я? По лабиринту, да. Отлично. А если мы никого не найдем, это что за бред будет? А вы нет. Серега, знаешь, где мы еще не искали? В воде. Так, ты что опережаешь события? Я иду, короче, в воду. Нема? Да, я блин, печально, кстати, ребята. Давайте быстро возьмем. Так, сюда нельзя. Ахаха, пишет Серега. Да я вижу. А почему он пишет ахаха, если мы можем их убить? Да сейчас. В воде точно нету? Ты хорошо искал? Да, там я... нет. Так, перепроверю, потому что хитрые жопы, обзор маленький. Серега, где он был, пожалуйста, скажи. А он в углу сидел в лабиринте, правый нижний угол. Блин, а я что там не... А, да, я там красный искал. Это вот здесь вот получается где-то. Засмотрел. Так, кого еще не нашли? Все, всех нашли? Одного челика. Одного челика не нашли. Хорошо. Может, он где-то так заныкался сильно. Давайте для эксперимента просто найдем мы его или не найдем.
Прикинь, куда-то залетел или в подземке сейчас сидит. Да-да-да, мы его ищем. Давайте, чтоб наверняка. Не вижу. Под водой, может? Это аниматроник. Нема под водой. Искал. Еще раз. Еще раз под водой поищешь? Да. Ищи. Блин, ребята, его реально нету нигде на карте. Да Серега. Дима. Ну нету его нигде. Он тебе уже подсказывает. Он в середине. В середине? Да, он написал в чате. Вот, вот середина лабиринта, вот. Серега, неужели вот такие мы лохи и не могли его найти столько времени? Да. И все, что надо было сделать, просто в середину залететь. Он убежал. Он убежал. Так, Серега. Есть один метод проверенный. Тем более все давно просили и скучали. Ой, ребята, эпично. Все, мы тебя нашли. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кэт, Макс и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будут у нас сегодня прятки-догонялки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. И сегодня я буду, как всегда, убивать и догонять, а вы, пацанчики, разбегайтесь. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Серега, ты что смотришь на меня? Сейчас, маленький скин возьму. Хорошо. Давай. Чтобы я был незаметный в этом лабиринте, ребята. Карта лабиринт, кстати, Димас нашел очень крутую карту, смотрите. Карта свежак. 2019 год, 18 января карта вышла. Ух ты, Димас, ничего себе ты даешь. Да. Я ее не делал, Диман, я ее только нашел. Я вот... А, блин, Серега, я к тебе пришел прятаться. Привет. Одинаково думаете? Вы что, о, так сидите в одной нычке, мне будет легче вас убить. Ты уверен? Да. А, ну да, в принципе. Так, ну что, Серега, так затаимся, да? Все, я не двигаюсь. Отвернусь. Хотя не, я камеру поставлю, чтобы так смотреть. Так, подожди, подожди. Блин, Димас, пока не ищи, хорошо? Не-не-не, я выбираю убийцу. О, вот такие большие. Так, куда что-то... Блин, Серега, здесь очень классно это. Да-да-да, хорошая нычка. Здесь прям можно спрятаться реально, качественно. Пацаны, у вас осталось 20 секунд, и я иду. Все, давай, 20 секунд, погнали. Все, я иду? Да, ты уже идешь? Все, пацаны, я готов все, мочить Димас. Вас. Давай. Новая карта, новые впечатления. Поехали. Так что, ребята, ставьте лайк и не пожалеете. Да, правильно. Ребята, ставьте лайк. Все для вас. Так, я слышу запах, знаете кого? Кого? Прячущийся мальчика. Нормально. А мальчика зовут, знаете как? Сережно. Сережа. Мальчику 19 лет. Нифига себе, мальчик, дело от первого лица для этого мальчика. Если, Димас, ты найдешь Серегу, мне придется убегать. Я не найду его. Это будет печально, если ты его найдешь. Я просто знаю, где Димон Покемон сидит. А не надо знать. Меня точно не найдут. Меньше знаешь, крепче спишь, правильно? Найду. Вот знаете, Кэт Макс сказал, что не найду первого, значит, я его первого найду. Посмотрим. Карта такая необыкновенная. Найдут первого Димона Покемона. Нет, не надо. Кстати, если тебя найдут, мне приходится... Под водой. Тебе придется убегать со всех ног, Серега, понимаешь? Со всех ног. Ничего, я подготовился убегать. Я тоже подготовил. Ничего себе близко. Серега, а где ты вообще? Давай сейчас... Смотрю. А, вон она, ребята, смотрите, вот. Серега, я тебя вижу. Такая карта интересная. Видел, Дима, тут такие стены полосатые. Возьми этот камеру, короче, приблизь. Так я вот могу без камеры приблизить. Я на Б нажимаю. А. Так, а как мне приблизить? А я никак. Ух ты, блин. Это надо там забиндить, это в настройках. Да вот, прицел с Half-Life, знаешь? А, чё я летаю? Стоп. Во, я приближаюсь, пацаны. Так, давай так, предметы возьмем, это полетаем. Серёжа. Предметы?
Там, мне кажется, он быстро тут нас найдет. Найду, я уже приближаюсь к вам, я потихоньку карту все обыскиваю. Поэтому. Так. Я уже вижу тень чью-то, через текстуры просвечивается. Кто-то на корточках сидит. Нет. Неправда, Димас, неправда. Неправда, да? Короче, Димон, я полетел, пожелай мне удачи. Хорошо. Удачи. Ведро, привет! Привет! Ведёрко. Я с тобой за компанию похожу. Так. Я О, я знал, что вы где кубики. Я... Вот, блин, застрял. Пролечу, я застрял там, как кусок говна жирный. Пацаны, я вас вижу. Первый пошел. Диман, беги. А Диман где-то здесь? Нет. Арбуз летает, это Диман. Нет, это я. Арбуз-карапуз. Так. А мне нашли... Мне нашли первого, так нечестно. Кстати, знаешь... Не, Серегу уж первого нашел. А, да? Да. А, ну тогда все честно, Димас. Давайте правильно. Будем Кэтмакса искать. Давай. Все, я примерно знаю, где Кэтмакс. Я возьму ползунка Молтен Фредди. Давайте встречаемся. Во, я с тобой буду, пошли. Смотри. О, я вижу, кто-то... Ты жирный, не пролазишь. Я пролажу. Ты ладишь. Ого, ты сальтухика. Ты когда прыгаешь, ты жопу задираешь. Это хорошо. Это хорошо, проветриваешь, ну понял. Жопу, да. Так, а как мне тут забраться-то, а? Ты пэхнись, наверх. Вот так, да, скрэй-бэйби. Молтен Фредди не умеет тэпэхаться, Димас, вот в чем проблема. Вот тут он, Димон, вот здесь, давай его здесь искать. Где здесь? Ребята, по-моему, он в желтой комнате. А, здесь он, да? Где-то здесь. Может, он в воде? А я уже там был. Но я не везде был. А, Димон. Воде, да? Вот там, видишь норы? Иди сюда. Норки, видишь? Да? Вот туда, вот там он в норках. Он что, сурок? Ой, сырок? Ой. Сурчик. Как правильно. Ну, я жал. Да блин, где ты спрятался, конопатый? Я дам подсказку, у меня сразу найдёшь. Не говори, мы должны найти. Ты что, мы вообще что ли конченые? Ну у тебя там один цвет или два цвета? Их много. Не говори, Кэтмакс, скажи сколько. Не надо, так будет неинтересно. Всё, так он уже вроде сказал, много цветов у него тут. Много цветов, гениально. Так. Тут его точно нету, ребят, поднимаемся. Сюда идём. Я слышу музончик кто-то там. Лупи, да? Я тоже свой музончик этого. Знаете кого? Скрабэйби музон у нее этот. Чайник свистит, короче. Вот здесь вон. Так, ребята. Я уверен, что где-то здесь сидит он. Так, возьмем, знаете кого мы? Вот этого челика. Вот он в этих норках вообще супер спец. Он норка. Он сам по себе норка. Димон так классно говорит он. Норка. Он норка. Цитаты великих людей, Димон. Он всё, норка. Тихо, я сказал. Ой, я здесь не был. О, Димон, я тоже здесь. О, видел, как нашел. Нашел. Он в телепорте был. Он куда-то тэпнулся. Блин, ту карту вроде небольшая, куча всего. А, тэпайся. Нашли его? Да. Есть, Кэтмакс ушел. А где я? В какой жопе я застрял? Так, Димас меня первым нашел, так что я вас буду. Давай, Серега, ищи. Так, все, я поехал. Так, в желтой комнате. Ты, Димас, в желтой комнате? Да. О, он меня нашел. Купался, видите ли. Хорошо. Я тебе, Серега, поддался на самом деле. Серега, знаешь, где он прячется? По-любому, где кубики, опять туда побежал. Все, я Кэтмакса поймал. Молодец, красава. Это невидимым был. Ну что, Димас, ты ищешь? Ищу со всей силы, ты запахи не оставил, ни следов, ничего. Ага, там яма.
Ладно, я разозлился. Злой, да? Мы все очень злой, сейчас. Иду убивать. Странно. Кого? Обычно Димона Покемона первым находим. Да, я не могу его найти. Он сегодня читерит читами как-то. Он читы для читов купил, Димас. Макси, не нашли еще? Не, нашли. Нашли? Вы втроем меня ищете, не можете найти? Ну да, ты же читер. Димас, а помнишь, как я на дереве задныкался, и вы меня еще минут... Потом, как всех нашли, еще минут 5-6 искали. Да. Пока я вам уже подсказки начал давать, типа, я не в доме, я не на этой части, и вы уже искали именно меня рядом с деревом с этим. А я, по-моему, знаю, где Димон. Все. Где я, Серега? Где я спрятался? На карте. Блин, это ему велик тут висит, ё-моё, а самого я его найти. Я велик выбросил, мне не нужен. Да я понял, что ты его выбросил. Он где-то здесь, пацаны. Не рабочий велик, правильно? Ага. Димон, где-то ты здесь шкерися. А ща найдем его по любасу где-то тут. Он где кубики, просто сел за кубики на корточке. Да? Конечно, я уверен, что я прав. Точно? Конечно, я. Я бы так сам бы на твоем месте бы сделал. Я бы сел на кубики, нашел место где-нибудь и сел бы там на корточке. Я угадал, Димон! Да, угадал. Так классно, так приятно, когда угадываешь. Блин, я думал... Я думал, ты, короче, знаешь, где я нахожусь, и просто... Нет, так... я реально тебя ищу, но я чувствую... Ну все, я все обыскал, все места на карте, только там. Он опять бежал. А мне показалось то, что Димон Покемон запрятался на свое старое место. Не, я бы так же сам на его месте бы запрятался. Просто других вариантов вообще здесь нету, как бы запрятаться сильно. Нет. Да замочите его! Димон, замочися! Вот он! Где он? Какой комнате? Я не бачу. Какой комнате? Он пытался на лифте от меня свалить. Да. Я лифте. У лифта там стоял. На лифте, да. А я где сейчас? В Караганде. Вы тут не был. Короче, я уж больше прятаться не буду, просто буду бегать по карте от вас. Да мы так никогда тебя не поймаем. Наоборот, когда я сейчас спрячусь, вы меня будете искать заново. А так я буду бегать по карте и... Ну давай, бегай. Давайте. А дед, я ж тебя только что видел. Димас, ты в какой зоне? В цветной. Преследую собаку. Колобаку. Выглядит не очень хорошо. Вот она! Димон, я как знаю, по следам твоим бегу, ну как? Я вот слышу вас, но не вижу. И не увидишь. Увижу. Я сваливаю. Стул висит в воздухе. Хорошая нычка здесь. Так. Где-то здесь собачачина. Да ну, Димон, хорош, ты издеваешься. Как ты убить? Есть! Да блин, нет! Так, Серёгу убил. Димон, видите, как делает, чтобы мы друг друга мочили? Есть! Офигеть! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Серега, Стенка, Неон Кэт, пацанчики. Скажите крутые слова. Всем приветики, облечки. Всем привет, папяк. Я здесь на вышке поставлю бензопилу, кто я первого отберет, тот и маньяк. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в лабиринте. Ставьте лайк, если хотите подписаться на канал, ролики выходят каждый день. Так, бежим со всей силы. Что же нам еще делать? Так. Я упал в лабиринт, fucking shit. Серега. Ура, да. Я рядом уже. Да, хорошо. Я почти взял. Ой, блин. Кто-то бензопилу взял. Я слышу звук бензопилы. Сенка взял! Бульбасавр, ну что ты такой слабый? Серега, а ты где? Я сдох. Серьезно, тебя запилили? Да. Димас на вышке. Твоюшка лошматки, блин, да ты псих какой-то. Да почему так все быстро произошло, Серега? Потому что... Да ну блин, да ты какая-то читерская пила. Дима.
А где ты? Я же тебя видел только что. Секири. Тебя видел. Ребята, будем бежать на интуицию. А вдруг найду? Так. Внимательно, внимательно. Где он? Я его не вижу. Так, надо, короче, на вышку бежать, потому что только на вышке видно. О, на вышке стоит настоящий игрок. Нет. Так. Вижу. Я тоже вижу человека одного. Тут спринтра бегает, я его вижу. О, есть. Запилили. Так, кто еще живой? Стрим. Вижу. Я то есть бензопилой, челик бегает. Блин, так я никого и не запилил, хочу запилить. Так. Вон, вижу. А какой скин Чика. У него? Чика? Чика Найтмар. О, иди сюда. В какой части лабиринта он, Серега? Возле вышки где-то. Я бегу. Вижу. Вижу, он на вышке вообще тусуется. На вышку все, пацаны. Нет. Лучше запустим пилу сразу. Можно, кстати, стоп-словом прописать, не слышно звук пилы. Я думал, ты по мне стрелять вздумал. Так. Серёжа. Мы его должны убить. Убил. Да ладно, убил. Так четко? С прыжка. Офигеть, ребят, это было эпично. Ну что, сейчас время жесткого убегания. Вы готовы, ребята? Время веселья. Ой. Господи, спаси и сохрани. Я сразу, короче, ребята, бегу на башню. Выживаем с башни. Я уже на башне. Да? Ну что, ребята, ждем. За сколько времени к нам добегут злостные марионетки? Я кстати, вижу. Я уже вижу что-то, Серега. Давайте посмотрим, можно ли убрать ихнюю кремерную морду. О, можно, кстати. Ну только я теперь не знаю, агрится за мной кто-то или нет. Пацаны, вы готовы умереть? Дима. Я вижу, они приближаются, Серега. Они уже ближе. Дима, они походу все за тобой бегут. Ты думаешь? Эти... Да, потому что у меня нету скримеров. Да ладно. Так, смотрим, ребята, сейчас они должны в башню забегать. Но я знаю один способ, как выжить, я знаю. Вон, все, три марионетки, 4, есть. 7, 8 марионетки. Они ближе, ребята, они ближе, это очень страшно. Будьте внимательны. Дима, они за тобой, походу. Да ну вас! Серега, убила! А вот теперь за мной. Убила, пацанов, отлично. Ну что, я нашел, как всегда, выход из ситуации, я остался живой, а пацаны начинают погибать. Ну это хитрозады, сам сдох это и... Какой сдох? У меня 80 хп. А тогда почему марионетки на меня накинулись? Не знаю. Они я вот... Вышли. Да, я знаю, но видишь, и пацанов убивают, значит не за все за мной. А что ты за мной думаешь, что они всегда? Очень опасно. Очень опасно падать, так что надо прыгать с каким-то запасиком всегда. Чпоньк. Они прям возле меня, смотрите, ребята. Так, а нету, где? Я же видел, только что здесь была. Я нашел способ, как их обмануть. Да? Край... Как? На край башни стою, когда к тебе идут, прыгаешь в бок, и они падают. Блин, точно. Еще? На тебе еще парочку. А я-то умер. А, блин, зря только навалил тебе 100 штук. Так, ну а что, пацаны? А не миллион? Не миллион, потому что начинает подлагивать карта, не тянет. А тут парочку марионеток застряло, кстати, в стенке. Так, ну что, вы не хотите спрыгивать? Нет. Зря. Нет. Зря, пацаны. Я спрыгнул и снова на башню залез. Секунду. А вот теперь вы будете спрыгивать. Ребята, где вы увидите выживание в лабиринте с аниматрониками и смерчем? И торнадо. Ну что, мне жопа, мне скинуло вниз. Вот это эпик у нас, классно, ребята, мне нравится такое. Серега, тебе нравится? Да. Это жесть. Сейчас они ко мне придут, надо воду. Я понял, как выжить. Они когда будут на дне ходить. Так, интересно, на воду придет ко мне смерч? Ой, я вижу, там кто-то полетел. Я вздаю.
А нема, нема их еще, давайте посмотрим. Блин, мелковато, мне кажется, достанут мои пятки. Вот, нету, нету, нету. На берег не идем. Ой, сейчас смерч, наверное, меня выкинет. Вот это он мигает. Серега, ты где? Я на башне стою. Молодец. Они прям подо мной, смотрите, три. Три штуки, внимательно. А как от них отбежать? От них не убежать уже. Разве чтобы они на другого переключились. О, вот так вот надо к этому челику идти. Базава, на тебе. Я тебе немножко подарил одного штучку. На тебе еще парочку. Только не тебя переключается, сразу убегаю. Ну этот торнадо громкий, конечно же, минус уши. Да, мне нравится, круто получается. Я люблю вакханалию. И мои подписчики тоже. Да, кстати, да, Серега, стоп-саунд можно. О, нате вам. Ой. Дима еще марионеток поставил? Не, я сейчас умру. Блин, да я знал, что я умру, если честно. Идет. Они голимые, эти марионетки. Они меня вечно убивают. Нельзя? Блин, печально. Сейчас. Сейчас меня убьют. Я защищу. Защитишь? На тебе, гори. Огнем. Ну чё, давайте, идите ко мне. Я покажу, ребята, как надо выживать. Разгоняйте ее резко в сторону. Резко. А, блин. Ой. Учитель, который умирает. Ого, у нас тут веселье, ребята. Такое я люблю. Пошли в жопу. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Прощайте. Блин, а... О, отлично, здесь я могу немножечко постоять. Серега, ты где? Я марионеток расфрижу, они все в стенке застревают. Ага, из-за стихийных бедствий, наверное, подкидывала их. Они застреют. Так, ребята. А, берем правильно. А, луч. И красивый замах делаем. Оп. Нет, криво, криво, криво. Надо дальше, что я погибну. Давайте вот эту бомбу. Серега, я, короче, кидаю в лабиринт бомбу небольшую, маленькую. Блин, давай, сам давай. Себя взорвал. Идиотус. Ты жалко, это, смотрите, какой взрыв был. Ты бомбу знаешь, куда кинул? Ты не в лабиринт, ты в океан кинул. Да я знаю. Смотри, смотри. Прощайте, ребята, это вы были хорошими людьми. Ой-ой-ой. А, тут сталкеры же были, я их поубивал. Чё, Серега, не то? Не, слабенький. А чё? Вроде же нормально. Чё, нормальная бомба? Ой-ой-ой. Ух ты, что там творится, ребята, вся карта. Серега, ты что там взорвал такое? У меня аж вылетают кадры. Да это жесть, надо сваливать, сейчас меня опять убьет. Не успел. У меня на экране какое-то мутное все. А, я, наверное, себя подрубил эту штуку. Дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Радекс, Редиска, Дар Драгон, Васаби, Скромник, Простой Человек. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Чика. Ну что, как и обещали, вы набрали достаточное количество лайков, и у нас сегодня очень крутая рубрика «Аниматроники в темном лабиринте». Если опять кушать вряд аппетита, а мы начинаем выживать, веселиться и орать. Погнали! Редиск умер уже. Тут какой-то челик. Что, уже убили кого-то? Я, да, уже. Когда успел. Во, смотри, стал. А, тут сталкер же внизу. Ну да, я нашел его случайно. А я видел его, когда проходил. Дардрагон, что же, два аниматроника получается? Да. Просто человек, я единственное, что могу сказать, мы рядом, потому что я только что слышал тебя. Пацаны, оно меня слышно? Да. Ой. Рядышком я, да, где-то? Прям очень рядом с нами. А, ну сейчас, пацаны, чтобы мы друг друга нашли. Дим, я сейчас тоже стреляю. Слышу. Ай. Я бегу со всей силы, пацаны. Аккуратно, здесь ловушки. Стреляйте еще, постреляйте еще. Блин, кажется, что надо обойти, как мы. Все. Блин, тупик, представляете? Блин, стрёмно по этому лабиринту ходить. Здесь тупиков очень много. Знаешь, что я скажу, Дима? Да.
Радекс, я знаю, где ты. Нужно управляться в лабиринте. Стой, где ты? Стой, Радекс. Но я уже более-менее приспособился, как играть. Так, я к пацанам постараюсь как-то приблизиться. Я иду, пацаны, я слышу. Смотри внимательно, здесь на стенах ловушки есть. Да, там красная ниточка будет это. Спасибо, пацаны. Если я умру, я буду с самого начала начинать, что ли? Да. Спасибо. А ну слышно меня? Да. Ты где-то. Ну, от нас влево, справа. А ну вы стрельните пару разков. Ну, вот, я уже ближе, пацаны. Приближаюсь. Там. Главное, что на мины и смотреть, правильно? Тихо, это бомба. Ё-моё! Вы что, дураки, что ли? Ты бомбу нашел? Да, я, блин, еле успел Ctrl нажать. А ты где? А, кажись, я... А тут налево и направо, куда ж идти? Где-ди-ди? Вижу ваш... О, пацан... Да ё-моё, ну что ты? Мне помощь нужна. Так давай, я же говорил, аниматроника бери другого, который более сильнее дамажит. А я еще нашел вас, потому что... А, понял. Ну, удачи нас найти, Дим, еще раз. Давай. Радекс умер. Вы что, издеваетесь, что ли? Все, сейчас кто-то умирает, либо от чего становится аниматроником. Потому что, да, тяжело. Я думал, Драгон будет быстрее мочить всех. Я не могу находить вас. Лабиринт, согласись, лабиринт здоровенный. Максим, не Драгон убьет всех. А мы их. Подсказки давали, а. Так, давайте стреляем. Постреляем, пацаны, стреляйте. С магнума очень сильно слышно. Слышал? Ой-ой-ой. Тихо. Стреляю. Рядышком вот у стенки. Я слышу аниматроника. Чтоб ты подумал. Ночной режим активирован успешно. Пацаны, буду с ночным режимом идти. Максим, знаешь, что будет самое страшное? Если он где-то мина взорвется от него, и никто не умрет. Пацаны, я его видел. Он там. Там фонарик, видишь, Максим? Дальше. Я его слышу. Я его тоже слышал. Так я его видел. Очень страшно, когда его в лабиринте видишь. Выключи фонарик на всех случаях. Я ничего не вижу. Я его слышу, он прям за стеной. Так, стоим, просто стоим. Ребята, он прям там идет, представляете? Вот, я его слышу. Димас, а ты как далеко от того места, где ты умер? Я уже все, далеко убежал и вообще не знаю, где умер. Темный лабиринт, что ты там можешь увидеть? Тихо, я слышу его. Ребята, если я сейчас умру, убил кого-то? Не того. А, Джимен тут, сталкер, прикольная карта. Откуда? Блин, хоть бы сюда не пришел. А если что, я убегу. А у нас... Он за стеной. Он мимо прошел, мимо. Это, блин, класс. Мне повезло. Он где-то за стеной. Максим, как? Я уже помощь нужна. Слышишь? Она не работает. А, я слышу. Далеко. Далеко, да? Что, Радик? Не, я слышу. На Т-русскую говорю, ночной... О, так лучше видно. Подсказочку дал. Красиво я обошел. Ну прям ря... Не-не-не, он так не убьет меня. Ты просто так резко замолчал. А он прям рядышком, ребята. Я свалил. Димас, а ты ходишь или как? Я хожу, да. Идеально. Кстати, может тебе взять не NPC обычного пилпака Security Breach? Ну? Хочешь, возьму. Так давай, будет легче тебе. Ну тяжелая карта, серьезно. Пацаны, давайте отстреляемся. Вы где? К вам иду. Я сейчас. Я окей. Блин, я не слышу вас. Представьте, как вы далеко. Ты, скорее всего, в начале лабиринта. А ну еще постреляйте. Вообще ноль. А, слышал? Кто-то с AR-2 стрелял. Это я. Я иду к тебе. У вас там мин нету? Есть. Да нафига вы их поставили? Ты же говорил, что он 70 хп отнимает, а отнимает намного больше. Ну, я выжил, когда ты рядом стоял. Ты не торопись и иди на карточках. Кстати, знаешь, что хочу сказать? Dark Dragon.
А как включать свет, когда ты играешь за пилпак аниматроников? Тоже за наив, то же самое. Ого. А за пилпаки я не знаю. А ну постреляйте, я иду правильно? За пилпаки ведь нельзя. А ну. Стреляем. Огонь! Я не слышу ничего, вообще ноль. Хорошо. Ну все, Радекс, ты аниматроник, отлично, отлично. Я доказал, что Радекс первый. Ну а что ты хотел? Он где-то вон там был. Ну что, сейчас будет легче, сейчас еще будут аниматроники. Так что бери прям пилпак, если хочешь. Ну если, не знаю, камеру можно включать свет или нет, я не знаю. Максим, давай двигаться куда-то. Драгон, ты идешь как? Как ты ловишь нас? А, вот я еще вас где... А как ты свет включаешь? А ты был вниз по Радекс. Ах, хитрый, какую растяжку наш поставил. Надо дислоцироваться. Так, а вы где? Постреляйте. Нет. Он Блин, да я хожу по кругу. Просто хожу в этом черном, темном, стрёмном лабиринте. Так, я приближаюсь к вам, пацаны, а ну еще. Ой, рядом со мной. Отлично, отлично. Так, не отлично. А ну еще. Потерялись. Пацаны, куда ушел? Пацаны, вы где? Я тебя слышу, я иду к тебе. Убили кого-то, убили! Есть! Еще один аниматроник! Я решил выглянуть, а ты там. Максим, ты прям за стенкой, я тебя слышу. Постреляю. Блин, она еще эхо так в лабиринте раздается, очень круто. Ты меня только не убей. Где я ты? Я ищу тебя. Я тебя слышу, вот из кулака стрелял. О, привет! Так, вы где? Придурочный, я испугался. А, мама! Мама. Пошли со мной, там большая комната. Значит, режим активирован успешно. Валим, валим, валим. Блин, ребята, такая встреча была у нас неожиданная. Ой, нет, там туда. Я свалил. Я свалил. Вот тут посидим. Я видел вас. Может, он туда? Ты нас видел? Я через эту карту видел. Смотри, Радекс умер, просто человек умер. Димас умер. Я живой! Ладно. Я живой. Просто человек и Радекс все мертвы, и они подорвались на наших минах. Все отлично. Так, Half-Life 2. Где у нас тут? А как фонарик включить на пилпаке? Не знаю, как он вообще... А как вы реально включаете фонарик на пилпаке? Просто я ничего не вижу. Где? Я тут. Ой, ну в жопу. Я слышу его. Отлично. Да, главное, ой, что не попасться на свои же мины. Я случайно, я никого не вижу, просто... Ой, да я хотел заспавнить. Сори, 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 извини, пожалуйста. Они тут друг друга сейчас переубивают. А как? Отлично. А, просто человек уже ж был и так мертвый. Максим, нам придется разойтись. Я вернулся оттуда, где был. А я заблудился. Вы заблудились, да, пацаны? Я заблудился, но я вернулся обратно. Где ты умер? Я Максима потерял. Так, подожди, подожди. Я сейчас где-то в тех... Я тебя слышу. О, я слышу, я слышу. Это я с пистолета стреляю. Да? Вы слышал Р8? Там, пацаны, вас немножко небольшой сюрприз ждет везде по карте. А сейчас? Слышу. А что, просто человек умирает? Что такое? Я не знаю, я все время в редиске заспавнилась. Да? Бывает. Ой, тут... Есть. С бота кто-то поставил. Васаби, удаляй его. Васаби, ты умер на ловушке, прям где я видел это. Помогите, тут нас с бот ходит. Да сейчас я его удалю. Да я! Шизанутый. Отлично. Получается, нас осталось двое. Да, нас двое. Представляешь? Я фонарик видел, я фонарик видел. Может, это я? А Васаби, вспомник. Слышишь? Ой. 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 Сейчас. Попробуйте вот так вот. Слышал? Это да. Это жесть, что я там сделал с лабиринтом. Блин, этого человека взяли. Ну чё, пацаны, как вы ищете в темном лабиринте без фонарика? Это объясните. Я взял просто робот. А, понял. Крошка, давай стой. Я вижу Бонни. Кто-то убил. Что за монетку ты взял? Нет, это дружье. Я слышу, это монет. Это двустволка. Это монет. А как они... Это монет. Ближе, ближе. Бум! Отлично, это было четко. Да вы где?
Может, я хочу Диму найти, я не знаю где. Я по карте хожу и стреляю, здесь бомбы взрываю, то все. Может, мне на поверхность вылезти уже по. Я тоже стреляю. Мы начали вообще в разных частях лабиринта находимся. Я заблудился вообще. Кажется, Дима не слышит меня. Кто отлично. Я уже такое здесь начудил на карте, это трындец просто, ребят. Я уже не знаю, сколько бомб я послал, но бомб очень много поставил. Я Чику слышу, Драгдрагон. Ты? Я нашел одну бомбу. Это о, я, значит, Чика. Ты идешь по моим следам, это я наставил. Я тут, развилка тут. Да-да-да-да-да, это я поставил. Как тебе, классно? Ну, я вот думаю, мне перейти ее снизу. Да нет, ты перейдешь, она сделана на оптимальной высоте, я сделал так, чтобы на корточках можно было делать, проходить. Ну ладно, я перейду и пойду по этим. Давай-давай, я жду тебя. Так. Не, не слышно? Хорошо. Сам тебя шепнул. О, я Драгдрагона слышу. Блин, ну я идиот. Ну я знал, что я сам себя убью. Опа, опа. Опа, привет. Привет. Ну что, убили всех, нет? Я крошку, нашел. Я крошку нашел. Я иду. Мочи, мочи его. Я не могу. Не могу. Есть, убили. Че, это был последний выживший? Да. Крошка, крошка, что получается? Ты самый лучший игрок в этой серии? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Макс Лимакс и очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно не было у нас карты, разноцветный лабиринт. Все писали в комментариях, чтобы я позаписывал что-то яркое. Ребята, эта карта для вас. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Слышишь, ты сопляк? Ты на кого патрон поднял? Пацаны, давайте сначала мы сделаем так. Вы запрячьтесь, но когда я буду вас находить, вы можете не просто убегать, но еще и стрелять по мне классной оружкой. Надеюсь, у вас все получится. И мы будем начинать. Даю вам 20. Я слышу уже запах собаки вонючей. Я вроде все. Ага, давай. Поговори мне еще тут. Так, выдвигаемся. Вот сейчас, мне кажется, тут кто-то сидит. Так, пойдем налево. Налево интересней. Так. Приближаясь тут, я же вижу всякие взрывы на полу. Ты чё тут? Это было слабое у тебя оружие, поэтому я тебя сразу вырубил. Хотя ты снял у меня 150 жизни. Плюс-минус. А я тогда встал. Как-то у меня жизни потратились, потом немножко пополнились. Прикольно. Так, подожди, это назад вернусь. Я теперь с тобой буду искать. Это я тебя убил? Да, ты меня убил. А чё такой слабый? Ты ж раньше был лучше. Ну я говорю, китайский револьвер. А, ты какой-то кислотой по мне стрелялся. Алиэкспресса. Ну шо вы, где, ребята? Я ищу вас, пацаны. Хотите, я ускорюсь и быстро вас найду. Не, ноуклип не нужен. Не, без ноуклипа. Фо, фербера нашли какого-то. Фатбера. Фермера. Петбера. Угу. Так. Приближаемся. Чё-то я никого не вижу, очень сильно запрятались. Или я и хожу на одной точке карты. Во, тут я еще не был. Был. Так, сейчас там будет в клеточку полы. А нет, с другой стороны зашел. Блин, нифига. О, нашел челепиздрика. Я знал, что я кого-то найду. Эй! Челепиздрик. Кого ты нашел? Да тут собака бегала с револьвера. Ой, с миниганом. Она мне, кстати. Не, она, кстати, не попал ни разу. А, вот этот собачелкс! Иди сюда, мужик. Так, так, так. Тут можно запутаться, очень яркие цвета. О, я знаю, что надо сделать. Ноуклип нет. Какого ноуклип? Какого ноуклип, мужик, ты что? Бегу по запаху собаки. Наконец-то. Так, там уже побежал на него троник здоровенный. Ого, нас уже тут, пацаны, я стою видимым. Я так прикольно топаю, как будто у меня деревянные... Сапоги какие-то. О! Ай! Дурачок! Да. С базуки в стенку стрельнуть. Такой умный человек будет. Давай. Для всех нашли?
Да, всех. Нет, пацаны, кого не нашли, напишите в чате. Мы пока стоим на месте. Так, если всех нашли, то все. Всех нашли? Да. Хорошо, давайте теперь я буду прятаться. Я, пацаны, обнуляю карту, поэтому... Сейчас возьму маленький скин сначала, я обнулю карту и буду сразу чили-пиздриком маленьким. Ой, так, во. Так, возродились все? Возродились. Во, все, я чили-пиздрик маленький. Димас, а ты это умри только, а? А я уже умер. У тебя 5000 жизней. А, вот блин, ты заметил, да? Да. Спалился. Кстати, я не знал, что так можно. Прикольно. Так, а третьего лица у меня этот мод. Сейчас я его немножко настрою. Алло, больно. Сделаю, чтобы был ниже. Во. Ой, очень далеко стало, да? Сейчас. Выше, ниже. А как ближе дальше? А, во. Во. Отлично. Все, теперь мы самые лучшие на планете. Можно еще даже что ближе еще? Сделать. Во. Мас, как ты сделал вид от третьего лица? А я потом тебе скажу, там очень сложно. Но теперь я самый лучший чили-пиздрик на планете. Я вижу, как со стороны себя теперь. Теперь, мне кажется, будет намного лучше. А кто тебя ищет, Мас? А давайте, Кэтмакс, хочешь ты? Блин, так кто на меня бомбу прилепил? Это не на меня. А, это не на меня. Фух, слава богу. Все, даю вам 10 секунд. Не, Кэтмакс. А, ладно, давай 10 секунд. Во, я знаю, где я заныкаюсь. Сейчас. А, тут это не на этой карте. Есть еще карта, где лифт есть. Ой, или да, это здесь? Я помню, она немного побольше. Все, эта карта? Или другая карта больше? Другая карта, где лифт есть и все такое. Там больше места. Но... Ой, ё! Так, ну что, Кэтмакс, ищи нас. Убил собаку. Убил Пикачу. Так быстро? Да, миниганом. А, я тогда оружие возьму. Ну да, оружие. Оружку, да. Возьму оружку. Прицел вижу, все четко настроено, идеально. Пистолет? Да, я взял админский пистолет. Я буду обороняться до последнего, я живым не дамся. Собаки так просто не сдаются. Блин, а надо... собаки кому-то сдавались? Да. Я когда тебя вижу с этой стороны, смогу перебежать. И ты меня не увидишь. Мальчик, сколько осталось? Я не знаю, сколько еще людей не нашли. По-моему, Димас один остался. Я всех... Нет, а не так быстро, не. А вы что, можете невидимыми, да, вставать? Ну да, некоторые из нас. Нет. Здравствуйте, я вас испугался. А вы друг друга уже там все понаходили? Да. Ну давайте, кто найдет меня, тот красавчикс. Где спрятался Дима? Я буду стрелять админским пистолетом, я предупреждаю сразу. Но я услышу, я погромче наушники сейчас сделаю. Ах, я понял, где мы уезжаем. Нет, я не там, я не там. Я уже вдруг... Вышла собака-убийца. Мне никто не страшен. Я мочу всех аниматроников на планете. Так, кто еще у меня тут на привете? Сегодня я уничтожаю. Сегодня прятки вы должны прятаться. Я знаю здесь нычку на этой карте. Я знаю. Вот здесь меня очень долго будут они искать. Давайте, пацаны. Все-таки надеюсь, вы меня найдете когда-то. Здесь очень классная нычка есть. Слишком много цветов. Ну я могу, когда вам будет тяжело, я скажу, какие цвета. Тяжело. Не, ну как-то нет, ты ищешь 10 секунд. А я чекаю прицелом, потому что даже если вы будете невидимыми, я и увижу ник. А если я сажусь и прицел садится. Очень классно сделано. Сели, встали. Что, говорит цвет? Можешь сказать. Не буду, я пошутил. Если я скажу цвет, вы сразу найдете. Тут только один цвет такой есть тут на всей карте. А вы что друг друга мочите? Хорошо. Цвет у меня зеленый с розовым.
В смысле? Я только что тут пробегал. Не было тебя здесь. Какой цвет? А, я понял. Где, где? Ты знаешь эту нычку тоже? Да вы что друг друга мочите? Что, сложно, пацаны? Не можете найти меня? Нет. Я вижу, не можете. Я буду за углом стоять, может так кого-то увижу. Так. Какой цвет я забыл? Зеленый розовый. Зелено-розовый. Ай, ё-моё, где? Так, 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 ныкаемся. Я уже чувствую, как ко мне кто-то приближается. А тут, может, есть несколько таких мест, где этот цвет встречается? Тут... Да, тут таких мест. А-а-а, ну ищите, пацаны, надеюсь. Или давайте я к вам на охоту выдвинусь. А, ну я уже знаю, где ты. А, ну тогда войди, чё я тебя жду так полдня уже. А, тут ловушки есть. А, вот так вот, кто-то ловушки уже настрал. Давай, иди сюда. О, здравствуйте. Кэт Макс, кто-то... Привет! Ах ты, блин. А вы что, не можете меня убить, что ли? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Витька, поздоровайся. Всем привет. Сейчас мы будем устраивать просто классное веселье. Виктор, убегай, чтобы ты не видел, кого я здесь ставлю, убегай. Наша будет цель убегать от аниматроников, и кто больше затащит. Так, я сейчас быстро ставлю его. Давай начнем слабого. Карта очень классная, давай. Кстати. Может, и не один раз на ней запишем. Так, посмотрим. Так, ты что в потолке? Опа, побежал. Все, я поставил одного боньку. Ребята, это классно. Смотрите, какая карта. Здесь туннели, и в туннелях бывают тупики. Так что, если за вами гонится аниматроник, вы можете забирать в тупик, и он вот гав за спину. Фу, конечно, испугался, что кто-то сзади есть. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Настроение у нас классное. Я отдохнул. Целый день не делал ролики, теперь я готов делать два ролика. А потом по одному. Он тебя не нашел еще? Нет, я каждый угол хожу, осматриваю. Он бегает, он бегает. Так что не получилось, что мы будем его искать. Так, ищем, ищем, ищем. По-моему, я кого-то видел. Видел, да, его? Да-да-да. Монтировка нужна. Виктор проиграл. Он остался же, да, на карте? Давай его заново поставим, потому что он бывает после смерти залипает. Так, давай я еще разок ставлю. Все-таки хочу, чтобы я немножко побогонял за ним. Он за мной погонялся, заговорюсь. Ну что? Ой. Побежал за мной. Ребята, бежит, бежит, бежит. Будем смотреть, он за мной бежит или нет. Опа, опа, опа. За мной, за мной, за мной, за мной. Сюда, 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 сюда. Блин, это прикольно. Бежит, бежит за мной. Все, он... А нет, за мной за... Главное, чтобы я не забежал в тупик, потому что будет не очень-то прикольно. Смотрим, за мной ведет. Ай-яй-яй, ребята, смотрите, он очень быстрый. Я же немножко ножки начал подворачивать. О, здесь прикольная карта, круговая. Чтобы я с ним опять не встретился. Он за мной бежит? А, за мной, за мной. Витька, ты где? Я тебя ищу. Я жду, пока он тебя убьет. Нет, он за мной, он за мной, он за мной. Он за... А, тут маленький туннель, он тут не пройдет. Да, это нечестно. Это не... Давайте я его уберу. Я понял, где. Тут я поставлю, понял, где. Заново. Ну, это не прикольно, я хочу, чтобы он везде прям бегал. Тихо. Вот, побежал. Так, дубль 2. Будем знать, туда бежать не надо. Но если уже другого выхода нет, лучше бежать туда, чем умирать в лапах жестокого металлического аниматроника с запахом вонючего пластика. Вот это я уточнил. И бежит, бежит. Ну, он какой-то, знаешь, сейчас, чувствую, придется двоих или троих ставить, будет веселее. О, стой, 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 Виктор, Виктор, а чё ты убегаешь? А чё ты? Ребята, смотрите, испугал. А куда он убежал? Я так и не понял. Он за мной побежал? Все, аниматроник за мной не бежит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Он в столб уперся. А нет, он побежал за тобой. Смотри, ребята. Ля-ля-ля-ля-ля. Видели, как он прикольно остановился? Вот так, хоп, повернул и бежит. Не знаю, настроение просто четко. Надеюсь, это настроение передастся немножко вам. И вы сейчас прям улыбаетесь. У вас на лице улыбка, и вы ставите мне лайкосик. Как это классно осознавать. Он меня убил, Виктор. Круто. 1-1. 1-1. Я не спорю, я заболтался, но если честно, он бежит, 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 бежит. Где, не пугай. Ребята, смотрите, здесь есть развязка, еще второй этаж. Знаешь, что надо будет? Надо будет собрать Димона Покемона, Дашу взять, Хамелеона, Алешку, и тут все вместе погонять. Будет вообще четко. Ребята, если вы за, ставьте лайкосик. Или просто напишите «Мы хотим».
И мы будем знать, и лично я буду знать, что вы этого хотите. И я вам обещаю, я всех соберу, и мы устроим просто жесткую вакханалию с угарами и со всем. Подожди, а где это Чувырло? Чилипиздрик. Ой, здесь вообще какая-то наркомания жесткая. Смотри, а что там? Я не буду... А! Я уже не понял, где Вер, Денис? Тебя убил! Со спины пришел. Класс. Значит, он где-то здесь сзади. А ты куда шел? Ты прыгнул вниз или где ты был? Я пытался наверх залип. Вот он, вот он. А, он залип. Давайте его уберем. Я вообще не понял, где Вер, где низ. Тут все как-то так странно сделано. Давай его тут ставим. Иди сюда, Витька. Давай его я ставлю здесь и будем туда убежать. Убежать. Потому что туда он не идет. Проходи, проходи туда в туннель. Бежит, бежит, бежит. Витька, бежит. Бежит родненький. Главное, в тупик не забежать. Все, он здесь. О, бежит. Давайте сюда. Нет, не сюда, а вот сюда. Тихо, тихо, тихо. Веселье. Он испугался, что ли, меня? Он там стоит. Ребята, а мне кажется, он что-то задумал нехорошее. Здрасте. А что не может здесь пройти? Я даже знаю, кто что подумал. Марионетку. Опа, ну блин, ну так быстро. Не надо, марионетка. Мы же с тобой так не договаривались. Это было очень бы. Все, она по карте летает. Она пыталась за мной, кстати, пойти. Да? Я теперь ее боюсь. Она очень быстрая, я не смогу в этом лабиринте от нее слинять. Догоняй, догоняй, догоняй Витьку. Она меня чуть не поймала. Она будет сюда наготове. Есть! Ха-ха! Класс! А я рад, когда ты умираешь. Она за тобой будет. Здесь, когда будет много игроков, можно сделать, чтобы кто-то был аниматроником. Ты пробежал мимо меня. А кто-то будет убегать. Я здесь. Пошли ее искать. Давай наша цель ее и залупить монтировками. Надо ее поймать на баге и убить. Что это? Откуда этот звук был, если никто не умер? Странно это все, да? Ты слышишь ее? Мне кажется, она где-то здесь. Она была где-то над нами. Может, она орала на нас? Со всей силой мы не увидели? Наверное. Главное, чтобы я смог резко убежать. Новая комната. Вау, а я здесь не был. Я тоже. Вот это прикол. Тут можно вообще запутаться. Здесь тупик. Отсюда кажется, что поворот направо, и ты бежишь такой от аниматроников, хоп, а здесь тупик, и тебя убивают. И ты начинаешь вонять дохляным трупом. У меня, кстати, ребята, Ксюша сидит на руках и передает вам всем привет. Прям урчит. Наверное, микрофон это не улавливает. Ты думаешь, она где-то здесь была? Не, я не буду спрыгивать, пошли дальше искать. Пошли, пошли. Это прикольно, это прикольно. А, это надпись. Я думаю, нам уже Маринетка пишет, вы где, вы задрали. Мы ходим наверх. Я вообще не понимаю, здесь гравитация, да, нарушена, я так понимаю? Не знаю, в этой части карты. Ну как так может быть, что мы по вертикальным, горизонтальным чуть ли поверхностям не ходим? Ну горизонтальным это понятно. Но то, что по вертикальным, мы ее не можем найти, это странно. Скорее всего, она нас ищет, а мы от нее убегаем. Ты думаешь, мне кажется, она где-то залипла, баг поймала. Сейчас, короче, если мы ребята не найдем, мы ставим еще одну. Я то удалю, а новую поставлю. Так, мы здесь были, да? Мы спрыгивали, да, отсюда? А, по-моему, тогда направо пошли, а сейчас налево. Пошли вниз тогда. Тут куча уровней. Так, идем налево тогда. Две штуки! Ай, что, блин, я дернулся! Ух, аж булки на жопы, короче, подкачал за этот момент. Короче, я поставил две марионетки, а я так дернулся, подкачались аж мышцы. Тут видно, как я дернулся. Так, я взял пистолет. Она меня видит. Она меня ее нашла. Она меня нашла. Димка, 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 беги. Я живой, я живой, я живой. Я красавчик, я убегаю вниз. Убегаем сюда. Она меня не видит. Есть, я оторвался. На голову у меня такой бах. Инфаркт сердца можно споймать. Но она меня агрится. Где-то агрится, но не вижу где. Вот бы мне ее не поймать. Две штуки. Две. И скример на лице есть у тебя или нету? У меня нет. Значит, что, две за мной, что ли? И тебя не вижу. Видишь, мы даже с тобой не встречаемся. Настолько карта лабиринтовая. Вот даже так сказать. Что, может больше их поставить? Ну, можно. Мне кажется, где-то они залипали. О, я, кстати, видел кого-то. То не ты над кругом пробежал? Это я. Ага. Она ползает или нет?
застрял. Странно. О, дурачок бегает. О, нет. О, да. О, да. Подожди. Виктор, сейчас будет мясо. Ты где? Ты уже на отходе, да? Два штуки. Ух ты, что какой? Вы видели, как он нож быстро... Ух ты, ё-моё, бедный черепашки-ниндзя. Ух, я испугался. Ой, я вижу его, я вижу, вижу. Он а где находишься? Круговой лабиринт. Иду. Если бы я еще знал, где это, но я иду. Опа, тебя нету. Их тут двое. Он убежал. Видишь, иди не багается, чувакетики ходят. Чувачочки. Блин, он же резко может выйти из-за угла и просто убить меня. Это будет прикольно, кстати. Ну-ка, ну-ка. Со спины может подойти откуда угодно. Лабиринтик, чё ты? О! Откуда? Вот это он резко... Честно, я даже не видел откуда. Где у нас? Вот. Ой-ой-ой! Вот вроде я его краешком глаза увидел с левой стороны. Надеюсь, вы тоже видели, потому что я так и не понял. Вроде он там был. Так, СМГ. Блин. И тебя. Так это прикольно, вот так мне нравится. Вот так четко. Надо было проверить, этот фиолетовый человек проходит, где маленький туннель. Если он там проходит... Он спрыгнул! Он спрыгнул, он очень умный. Он очень умный. Я даже не знаю, он вроде сюда побежал. Он тебя преследует. Меня? Да. Он спрыгнул со второго... Ты хоть меня не пугай так. Он спрыгнул, короче, и прям четко за тобой побежал. Идем его искать вместе. Сзади, сзади, сзади. Ах, я думал, ты пошутил. Фух, это ты. Едить колотить из 7000 прихлопов. Вот это ты меня испугал. А, не можешь пройти. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.